Друзья, всем привет! С вами Люба и Сергей. Мы в Грузии. И первое, что мы сделали, это пришли, конечно, на море. А потом 2 дня посвятили городу Батуми. Смотрите, что из этого получилось. Поехали! Современный арт-объект в переводе с английского слово «где». А что где, что когда? Нам привалило счастье. Немножко видели дельфинов. Да, сливочное такое. Волшебно. Не знаем, какая высота башни, но поднимались очень-очень-очень высоко. Длинное здание такое узкое, здание юстиции, ну по принципу нашего МФЦ. А это вот, которое широко такой вот с черным. Это отель Мариот. Отель Мариот. Вот этот дом называется Магнолия. Здесь у него получается 5 этажей сверху, они настроены уже самострой. Он даже и до сих пор. Ему 15 лет, в эксплуатации он еще не сдан. Выглядит он как будто бы с такой советский стиль, сталинская высотка, но на самом деле нет. Ему всего 15 лет, просто он очень обшарпанный, потому что не ухаживает. До сих пор не введен в эксплуатацию. И вот наверху получается все, это все разные квартиры. Видно, что они делали, кому удобно было. Ничего себе, прям ну, скворечники наверху. Ну, зато на первой линии сразу же на море получается, да, красиво. Да. Попали мы в японский сад.
Кто-то берет чай, кто-то вино. Пошли, пошли вперед. Старый город Батуми. Смотрите, какие балкончики красивые, металлические, резные. Узнаете? Не берете? Не, пока. Первый день же. Меня сегодня только фотографируют. Когда лето начинается, здесь концерты, отдыхают, слушают музыку. Экран большой. Красивая музыка, сцена. Какие-то прикольные штучки. Прикольные, не знаю, как называется. Мы все еще ходим по старому Батуми, по улочкам. Почему показываю только вверх? Потому что внизу современные магазинчики, все это так неинтересно нам. Хотя вот сохранились какие-то старые двери. А все самое интересное можно увидеть наверху. Видимо, глубина фонда СМИ получилось 68 ларик. Как это чистое хорошо. Чистое здоровье. Это же хорошо. Покажи, какие они лари. Только вверх тормашками. Вот так. Такие у нас красивые теперь денежки. Любимая тема — рыбалка, друзья. Как говорят, ты постоишь, ты посмотришь это, процесс сам, да? Мне кажется, что он тонет, а он его не дергает. Поклевка, да, была. Что же они ловят? Только рыбы не видно. И там тоже. На что ловят, как ловят.
Откушав хинкали, мы отправились в парк 6 мая. Почему? А почему 6 мая? Потому. Почему? Говори. Потому. Потому не знаю. 6 мая хороший день. Нет, неправда. Дворец бракосочетания. Желающие могут здесь красиво расписаться. Наконец-то мы добрались до цветущей сакуры. День подходит к концу. Находили мы нынче 13 километров. Очень был насыщенный день. Полноценный, узнали много нового. Интересно, пахнет или нет? Да, запах есть нежный-нежный. В общем, если так вот по кругу пройти, такой небольшой-небольшой парк, здесь цветущая сакура. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч, до новых путешествий. Пока-пока.